Олег Кожемяка проверил ход восстановления Дальнереченска после чрезвычайной ситуации. Все жители муниципалитета, кто подал заявление на компенсацию ущерба от наводнения, и он подтвержден оценочной комиссией, получат выплаты из краевого бюджета в течение следующей недели. По словам главы региона, в Дальнереченске оценочные комиссии практически закончили работу по подсчету ущерба от стихии, обойдя пострадавшие домовладения. Подано почти 2500 заявлений от граждан. В 57% выплаты уже назначены и частично перечислены людям. На следующей неделе основная масса людей, кто подал заявление, должны выплаты получить. Далее останутся там по огородам уже, будет здесь непосредственно местные власти работать. Вот. Но были обращения, в том числе и мы на КЧС сейчас дали задачу с тем, чтобы были прочищены колодцы, вот, отремонтированы эти колодцы. Понятно, здесь нужно заниматься дорогами, здесь нужно заниматься дамбами. Этим вопросами начнет заниматься и край тоже, в том числе, как только вода уйдет, дорога окрепнет. Поэтому будем контролировать здесь, приезжать периодически раз в неделю, смотреть, как налажена работа, с тем, чтобы все те виды работ, которые могут, скажем, предотвратить чрезвычайную ситуацию, они здесь в установленный срок были выполнены. Для этого мы готовим силы, средства. Ну и будем не только по этому району, по другим смотреть, как местные органы власти выполняют работу по подготовке тех смет, вот, по подготовке тех проектов, которые должны в первую очередь обезопасить населенные пункты, значит, максимально до весеннего паводка, что можно сделать, и потом уже в текущем режиме на протяжении всего периода работы той техники, которую мы предоставим муниципальным образованием уже в этом году. Напомним, в Приморье из-за тайфунов и сильных дождей действует режим ЧС федерального уровня. Губернатор лично руководит восстановительными работами в наиболее пострадавших от наводнения муниципалитетах края.